Включил. Да, замечательно. Добрый вечер. Мы начнем с ответа на вопрос, но, как всегда, прежде всего, молитва мысленная, каждый по-своему, вот, о помощи в изучении Торы. И вот уважаемый Андрей спросил, какова связь Хануки с народами мира. Но мы видим с вами, что, в принципе, линия такая связи с общим глобальным, она проходит через все праздники Торы и через все темы Торы. Не всегда просто ее вскрыть. Давайте мы начнем говорить не со Схарья, а с традицией Хануки и с того, о чем говорится в трактате Авода Зара, о запретах идолопоклонства. Там говорится о праздниках народов мира, и вот один из праздников, который трактат называется Турналия, он связывается с солнечным временем, и как бы Талмуд начинает искать истоки, и уходит от идолопоклонства, а приходит к какому-то истинному корню этих дней. Талмуд говорит о том, что этот праздник связан с ощущениями первого человека, Адама Ришон, что когда он согрешил, то свет начал убывать. Было несколько, наверное, моментов задержки этого света, первую субботу, но, в принципе, он смотрел на солнечный свет и видел, что день сокращается. И он думал, что он настолько испортил мир, настолько повлиял на него отрицательно, что свет пропадет вообще. И когда убывание света остановилось, он проникся надеждой, и потом свет начал нарастать, и он тогда, как можно представить себе, понял, что есть надежда на возвращение, есть надежда на возвращение света, что она заложена как бы в самой природе, в цикличности света. Дело в том, что Ханука почти точно приходится на 8 дней, когда день останавливается в том смысле, что его длина перестает меняться, она держится почти минимальной на протяжении этих 8 дней, и на протяжении этих 8 дней начинает нарастать. Тут как бы естественно, что Ханука несколько смещается по отношению к солнечному свету, но, по крайней мере, такова идея, что она приходится на то время, когда день останавливается и начинает нарастать. Да? Вот. И как бы это объединяет в этом плане, это объединяет все человечество, световой год, начало светового времени, вспомнить о первом человеке, о его стремлении к свету, после того, как он нанес такой ущерб миру и, в принципе, всего, прежде всего в плане духовного света. Это один момент. Да? Но я бы как раз, если говорить об общей мировой идее, да, то я бы все-таки не стал заострять внимание вот на этой посылке из трактата Авода Зара, что связано с ощущением первого человека, с его радостью, когда он увидел, что свет перестал убывать, и он начинает нарастать. Я бы все-таки стал говорить о Хануке как о храме, об идее храма, о борьбе за храм, потому что мне представляется, что это, по крайней мере, сегодня в гораздо большей степени связывает еврейский народ и весь мир. Действительно, храм – это очень сложная идея, и храм – это то, чего
и то, чего нам не хватает, как бы вот такой центральный момент, центральная точка. И храм тут трудно даже говорить. Может быть, он прежде всего нужен еврейскому народу с одной стороны, как бы, а с другой стороны храм как бы предназначен для того, чтобы благословение исходило, и из него исходило благословение на весь мир. Мы видим с вами в 46 главе пророка Иезекииля, он рисует как бы благословение, которое исходит из храма, он представляет его как поток воды. Это некоторые образные представления, потому что, наверное, скорее тут нужно было говорить о свете, только как образно можно говорить о потоке воды, который исходит из святая святых и постепенно набирает силу. Он доходит до Мертвого моря, исцеляет его, то есть исцеляет в том смысле, что там появляется живность, да, и потом его потоки, они выходят во все моря и достигают всех стран. Да. То есть храм – это действительно источник благословения для всего мира, и здесь бы я как бы вот на этом заострил внимание. Это то, что нас связывает. Да, если говорить опять же о том, что нас объединяет, мне кажется, что в значительной степени это должна быть борьба за храм, да, как за источник света, как источник света для всего мира. Да. Мидраш говорит о том, что если бы народы мира в древнее время знали, какой ущерб они нанесут миру, когда они разрушат храм, они бы не стали его разрушать. Да? Вот. И, в принципе, Ханука, она напоминает нам о том, что не только у нас должен быть храм, но и напоминает о том, насколько самоотверженно наши предки боролись за храм, за его очищение, за восстановление служения в нем. Да? Фактически, по нашей традиции, речь идет о восстании, которое восстание Хашманаев, Хасманеев, которое началось в 144 году до этой эры и продолжалось очень долго. В 139 году можно говорить о том, что до этой эры утвердилось царство Хашманеев. Но войны не прекращались еще очень долго. Да. Вот. Война была упорной и самоотверженной, и в нашей традиции есть разные отношения, мы, наверное, к восстанию Хашманаев, мы об этом, наверное, поговорим с вами, но то, что бы хотелось сказать, что восстание Хашманаев, оно воспринималось как события, предсказанные в книге Даниила, в победах Хашманаев представлялась предсказанной пророком. Вот. И она стала такой основой, вдохновляющей на все века борьбы за свободу, за духовную свободу и за восстановление храма. То есть, когда, скажем, да, Иуда попала под власть Рима, где-то начиная с 60-го года до этой эры, то борьба за свободу, и не только за свободу физическую, но и за духовную свободу, за то, чтобы отстоять духовные принципы, не допустить распространения идолопоклонства в земле Израиля, была очень, очень напряженной все годы, практически начиная с 60-го года до этой эры, когда
войска Помпея, легионы Помпея захватили Иерусалим. И как бы эту борьбу вдохновляла вот такая память о восстании хашмонаев. В качестве такого примера можно представить себе, что и, скажем, Раби Акива, восстание 132-135 года, также каким-то вдохновляющим образом было для восставших восстания хашмонаев. Свидетельством тому есть множество свидетельств. Свидетельство, скажем, такое, может быть, яркое, то, что в Бейт-Гуврин был, скажем, один из городов на юге Иуды, был найден большой клад монет, и в период восстания Бар-Кохбы, как бы запасы серебра или ходовых монет, и среди этих монет были найдены монеты, совершенно не ходовые монеты периода восстания хашмонаев, да, то есть монеты, которые не могли быть использованы в то время, вот, но они хранились как память о восстании хашмонаев. Это такой, скажем, может быть, очень маленький пример. Нужно представлять себе, что восстание Раби Акива, восставшие видели себя продолжателями дела хашмонаев, и они боролись за восстановление храма по ряду исторических свидетельств, в частности, монет, которые печатал Бар-Кохба, мы можем говорить о том, что на протяжении 2,5 лет, пока восставшие Бар-Кохба удерживали Иерусалим, был восстановлен храм, или, по крайней мере, было восстановлено принесение жертв Иерусалиме. Мы говорим о 132 году, а 132-135 годы, мы помним, что храм был разрушен в 68 году этой эры. Я бы хотел вам, если так можно сказать, продемонстрировать, как идея хашмонаев, она доходит до нашего времени, идея напряженной борьбы за высокую духовность. Да. Вот, я бы для этого взял с вами короткий рассказ Йосефа Менделеевича. Если, я думаю, что многие в курсе, речь идет о самолетном деле. Это попытка захвата самолета для побега в Израиль, да, или Ленинградское дело. Естественно, эта попытка была пресечена властями, и был показательный суд, цель которого была подавить начинающееся еврейское движение за возвращение в землю Израиля и за возвращение к еврейским ценностям. Вот, и, скажем, вот Йосеф связывает это свои воспоминания с Ханукой, так как суд в 70-м году состоялся в дни Хануки. Да, и вот он пишет в своей книге «Операция свадьба», что суд был назначен на... Кстати, книга очень интересная и очень поучительная и в плане и еврейских ценностей, и высокой морали. Вот. И он пишет здесь, да, вот, что суд был перенесен с 15 ноября на 15 декабря 70-го года. Да, и вот, наконец, настал этот день. Да, я знал, что Всевышний посылает мне благословение с небес и говорит: «Йосеф, ты в рядах Маковеев». Я был горд и преисполнился силой духа.
Когда судья спросил меня, что, собственно, стало причиной вашего желания убежать в Израиль, я ответил ему, как подобает потомку Маковеев, ведь Бог дал землю Израиля Аврааму, Исхаку, Якову, а я один из сыновей их сыновей, поэтому мое место там. Судьи были поражены такой наглостью и назвали меня религиозным фанатиком. Но главное чудо было не в этом. Судья вызвал обвиняемых одного за другим, и каждый из нас заявил, что его искреннее желание быть в Израиле. Ни один не устрашился и не испугался наказания. 8 евреев стояли в зале суда, каждый из них заявил о своей верности народу Израиля. Он воспринимает 8 евреев, представших перед судом за попытку бегства в Израиль, как 8 свечей, как 8 свечей Хануки. И еще многие моменты, как бы он видит в этом то, что эти дни суда выпали на Хануку, на праздник, который связан с борьбой за духовность, за свободу, и он видит в этом чудо. Да? Вот. Я говорю об этом, что так до нашего времени Ханука, да, она воспринимается как борьба за высокие духовные ценности, за свет, за землю Израиля и в конечном итоге за построение храма. Да. Вот. И, скажем, да. Я смотрю, что мы можем здесь еще с вами ухватить. Да. Вот. В результате самолетного дела, если кто-то в курсе, поднялось мировое еврейское движение. Смертные приговоры, которые были вынесены двум из участников, были отменены. И, в принципе, с этого момента начался, советская власть сломалась, и начался выезд в Израиль. Да? Вот, а мы вернемся с вами после этого напоминания, вот, которое я как бы привлек эти строки для того, чтобы сделать более актуальным эти моменты, да, и вспомнить не только о первом человеке, о нарастании света, свидетелем которого он стал, а о том, что борьба за, в общем-то, за духовный свет и, может быть, прежде всего, за построение храма, она продолжается до сегодняшнего дня, и пример Хашманаев, он вдохновляет до сегодняшнего дня всех борцов за свободу. Говоря о Хануке, мы, может быть, можем представить такой интересный, феномен. Так, вот я тут немножко запутался, есть ли у меня картинка или ее нету. Вот, просто я не вижу сейчас, где я нахожусь. Окей. Так. Вот. Я вижу вас, и теперь я понимаю, что картинки у меня нет. Сейчас мы поднимем с вами текст, да, и попытаемся представить некоторые моменты. Да, то есть о Хануке можно очень много говорить, да, и с точки зрения исторической, и даже с точки зрения мистической. Давайте мы с вами прежде всего убедимся, что есть некоторая странность, да,
Вот в Иерусалимском, в Вавилонском Талмуде очень коротко говорится о Хануке, а в Вавилонском Талмуде, в Иерусалимском Талмуде практически вообще нету о Хануке, даже не приводятся законы Хануки. Это такая некоторая загадка. Да? Вот перед нами 21-й лист трактата Талмуда, Вавилонского трактата Шаббат, да? И здесь разбираются законы Хануки, зажигание законов свечей Хануки, начинают разбираться с того, что какие свечи годятся, какое масло годится для того, чтобы зажигать в субботу. И вот когда разговаривают о субботних свечах, по дороге вспоминают законы Хануки, да, и вдруг неожиданно спрашивают, а что такое Ханука вообще? Да? Что такое Ханука вообще? Как будто, понимаете, мы сегодня с вами находимся, мы сегодня с вами корреспонденты и находимся на улице где-то в Тель-Авиве, да, и спрашиваем прохожих для того, чтобы выяснить степень еврейской необразованности, спрашиваем прохожих, что такое Ханука. Да? Вот. И они нам отвечают, ну, там было что-то с греками. Да? Вот, говорят, раскрутили греков, поэтому есть обычай крутить в Хануку дрейдель. Это то, что можно сегодня услышать на улице Тель-Авива, может быть, не каждый раз, но очень-очень часто. Да? Вот это впечатление, что о Хануке, известность Хануки, законов Хануки была очень такая слабая. Спрашивают, что такое и в период Талмуда. Нету трактата Талмуда, посвященного Хануке. Эта тема, вот видите, осталась здесь между строк, они вспоминают в связи с зажиганием субботних свечей. Май Ханука, что такое Ханука? Учили наши мудрецы 25-го кислева. Это дни Хануки, которые запрещены для траура, для оплакивания, скажем. Да? В эти дни запрещено оплакивать людей, ушедших из жизни. Мы не будем говорить подробно об этом законе, остановимся просто как бы, да, для информации. Вот. И запрещено поститься в эти дни, да, потому что греки, еваним здесь написано, мы бы сказали с вами сегодня, сирийцы или приверженцы эллинизма, вошли в храм. Да? Пошли в храм, осквернили его, вот, и осквернили все масла, которые есть в храме. И когда одолело царство Хашмонаев и победило, они проверили, нашли один кувшин масла, запечатанный печатью первосвященника в храме, и не было достаточно масла в нем, только чтобы зажечь на один день. И произошло чудо. Зажгли, и масло горело 8 дней непрерывно. На следующий день установили праздник Ханука. Да? Вот. И это все. А дальше разбирается такой интересный закон, да, что если человек около своего магазина, магазины раньше выходили на улицу, да, он зажег свечу, допустим, вечером и проходил верблюд, груженный льном, и загорелся вот тюк льна на верблюде, то кто отвечает? Отвечает хозяин магазина, который выставил свечу на улицу. Но не в дни Хануки. В дни Хануки разрешено для того, чтобы оповестить о чуде, разрешено ставить свечу и в общественном месте за пределами магазина, около двери, снаружи от магазина, поэтому в Хануку хозяин верблюда должен быть осторожен, и он будет виноват, если тюк загорится, никто ему не будет оплачивать ущерб. Да? Очень интересно само по себе, да? Но мы видим, что о самой Хануке ничего
не говорится и не рассказывается. Да? Причин здесь очень много. Да? Вот одна из причин то, что, скажем, да, победа Хашманаев, она с течением времени она обернулась большой-большой проблемой. Да. Потомки Хашманаев, как мы с вами представляем, да, они вступили в междоусобную, они пошли по пути греческой культуры, по пути эллинизма, они фактически стали носителями культуры и эллинизма. Между ними возникла междоусобная война, да, как это бывает в чуждом нам мире, да, в еврейском мире междоусобные войны за власть были редчайшие случаи, которые мы с вами видим в Танахе. Да, вот, а тут, как бы, скажем, пошли по пути греческой культуры, это привело к междоусобной войне и к утрате власти. К утрате власти, еврейской власти, и установлению власти Рима. Да? Поэтому говорить о победе Хашманаев в эпоху Талмуда было очень трудно. Да? Было очень трудно. Есть книги Хашманаев, первая и вторая книга Хашманаев, которые были написаны одним из участников событий, которые, в общем-то, признаны у нас как истинная литература, не пророческая книга, но книга, написанная человеком праведным и очень точно отражающие события. Там мы можем прочитать о чудесах, которые происходили на поле битвы, о героизме Хашманаев, о героизме самой семьи и их приверженцев, о совершенно чудесных победах. Да. Там мы обо всем можем это прочитать, но не в Талмуде, да, потому что отношение к восстанию Хашманаев очень осторожное. Да. Мы видим, что это единственный кусок, который подчеркивает чудо, которое произошло в храме, но не говорит о военных победах. Да. Военные победы на поле битвы мы упоминаем в молитве, у нас есть вставка специальная в Шмонае Сре, 18 благословений, там мы говорим о чуде на поле боя. В молитве, в дни Хануки мы говорим «Галель», благодарение Всевышнему за чудо, которое он сделал для наших предков на поле боя. Но у нас нету, скажем, вот такой вот прямой литературы или прямого описания в Талмуде всех этих побед Хашманаев. Они остались, да, и вот в такой литературе, которая не вошла в пророческие книги, не вошла в канон, и это правильно, как бы они, это не пророческого духа книги. Вот, но книги, опять же, большого мудреца Торы, очевидца событий, там это осталось как бы несколько в стороне. Да? Несколько в стороне. Те, кто изучают пророков, они недалеко не всегда и практически никогда не открывают книги Хашманаев. Да? Те, кто изучает Талмуд, вся история войны, сражения, она осталась в стороне. Да? Мы с вами видим в Пирке вот предупреждение, да, никогда не верь в себя до дня своей смерти, потому что Йоханан, первосвященник, 80 лет заходил в святая святых, а в конце жизни стал приверженцем эллинизма, то, что он стал принадлежать секте цадукеев, да, секте цадукеев, которая, евреев, которые, скажем, признавала Тору, но в то же время
не признавала учения о будущем мире и по-своему трактовала отрывки Торы и вело образ жизни секты, которая отстаивала образ жизни такой же, какой вели, скажем, приверженцы эллинизма. Это секта Саддукеев. То есть фактически сблизился с эллинизмом Йоханан Первосвященник. Да? Заходил он 80 лет или нет, это не так важно, это образно или нет. Дано Йоханан Первосвященник, действительно, который был, он был, скажем, он был сыном последнего, внуком последнего из Хашмонаев, которые все погибли, умерли не своей смертью, он был внуком, был человеком праведным и действительно в конце жизни сблизился с эллинизмом. И можно сказать, что сражение, которое самое главное сражение за духовность, за культуру, за приверженность Торы, сражение было выиграно, а война была проиграна. Да, война была проиграна, и некому было, скажем, не было той власти, которая бы отстаивала еврейские ценности. Да, эллинизм начал как бы побеждать, и это благодаря тем же самым Хашмонаим. Если мы это с вами понимаем, то мы с вами откроем сейчас другой отрывок, в общем-то, который находится здесь близко в трактате «Шаббат», да, вот, и посмотрим, как тут обсуждается, да, эта проблема. Вот. Нам говорят здесь на 21-м отрывке, на 21-м листе, говорят так: ученики Шамая говорили, сейчас я смотрю, откуда нам лучше начать. Вот, ну давайте так, это здесь в соответствии с законами Хануки, чтобы заповедь была исполнена всеми домашними, достаточно зажечь одну свечу. Да? Как говорится в Талмуде, известная фраза «нер иш увито», да? Одну свечу в доме. Но все же лучше, если каждый из домашних зажжет свою свечу. А еще лучше, да, и вот как бы то, что называется на иврите мина мигадрин, самое лучшее. Да. Мы понимаем, что одной свечи на весь дом достаточно, чтобы исполнить заповедь зажигания свечи в Хануку. Лучше, когда каждый зажигает, а еще лучше... Вот как, да, ученики Шамая говорили, что в первый день следует зажечь 8 свечей, а в каждый следующий день убавлять по одной. Да? А ученики Гилеля говорили, что в первый день нужно зажечь одну свечу, а каждый следующий день добавлять по одной. Да? Вот, закон соответствует мнению Гилеля. Да? А спор мудрецов наших можно представить таким образом. По сути, нам скажут в Талмуде много разных сторон этого спора, но суть его такова. Да? Шамай отказывается видеть, да, ученики Шамая отказываются видеть в Хануке свет, который идет и нарастает. Для них главное – это память о чуде, память о борьбе, которая была в эпоху Хашмонаев и в первом, скажем, и втором поколении Хашмонаев, но уже не в третьем, когда появился Йоханан Первосвященник, который встал на сторону Саддукеев, и все время свет идет и убывает. Я напоминаю, что Гилель и Шамай – это 60-й год до этой эры. И вот такой взгляд, да, куда мы идем. Да, Гилель говорит, да, свет Хашмонаев он идет и постоянно нарастает, да, и самое главное – это духовный свет и толчок, который дали Хашмонаев. Он духовный толчок такой, он будет жить и продолжаться, их свет будет гореть и нарастать. Шамай говорит, нет, да, самое главное – это не духовный свет, да, а это борьба за
скажем, за культуру, за свободу, за государство, за государство сыновей Израиля. И в этом плане победа Хашмонаев очень важна в прошлом, но в будущем она все время идет и утрачивает свое значение. И Шамай и Гилель уже видели и междоусобную войну потомков Хашмонаев между собой, которая привела римскую власть. И Шамай, ученики Шамая говорили, как же можно видеть такой вечный свет в восстании Хашмонаев. Более того, Шамай видел в основном в празднике Хануки, он видел память об освящении храма. Да? Вот сейчас мы с вами посмотрим, если у нас здесь это здесь нет, но я вам скажу так, да, что когда говорят, откуда же Шамай взял такой принцип, что надо зажечь сначала 8 свечей, а потом убавлять и убавлять каждый день по одной свече. Да? И вот откуда он взял такой принцип? Говорят, что он взял принцип этот из праздника Суккот, да? Когда в первый день приносят 13 быков, второй день праздника приносят 12 быков, и все время как быки идут и уменьшаются. Да? Ничего нам Гемара не сказала, оставила нас с вопросом, ну при чем здесь Ханука и быки в Суккот? Да, при чем здесь? И только, скажем, наше исследование, оно нас приведет к тому, что для Хашмонаев, для первых Хашмонаев, для Иуда Макаби освящение храма было главной целью всего восстания. И освящению храма хотели придать очень большое значение. Здесь мы с вами в Гемаре видели только рассказ о том, что масло, которого должно было хватить на один день, горело 8 дней подряд. Да? Вот, а в книге Хашмонаев мы с вами найдем, что Иуда Макаби объявил праздник такой же, как Суккот, начиная с 25 числа месяца Кислева, когда возобновили служение в храме, его возобновили и сделали как служение в Суккот. А почему? Потому что в этом году, когда шла война, и сирийцы владели Иерусалимом, владели храмом, не было праздника Суккот. Иуда Хашмонаев сказал, мы должны как бы восполнить этот праздник Суккот, и мы сделаем как бы праздник Суккот по всем правилам, да, мы сделаем этот праздник. Отсюда мы понимаем с вами, да, разный подход. Да. Шамай подчеркивает события, да, когда он уменьшает свечи, да, он не только говорит о том, что свет уменьшается, да, он связывает это с праздником Суккот, который Иуда Хашмонаев сделал как праздник освящения храма, начиная с 25-го Кислева, сделал не вовремя, но сделал похожим на праздник Суккот, чтобы восполнить праздник Суккот. Шамай хочет нам сказать самое главное, что я помню, что было освящение храма в прошлом. Да? Я помню победу Хашмонаев, я помню, за что они боролись. Для меня главная память лежит в прошлом. Да? Если меня спросите о настоящем, то я вам скажу, да, еще как бы один образ, который сюда накладывается, да, что свет идет и уменьшается. Гилель говорит, нет, да, что духовный свет, он идет и становится сильнее и сильнее, и в конечном итоге именно духовная борьба
вот эта духовная составляющая света, она приведет к победе. Да? Вот мы с вами понимаем проблему праздника, да? И понимаем разные отношения мудрецов. Шаммая, который подчеркивает борьбу на таком материальном уровне, если так можно сказать, да, вот, хотя это, может быть, не совсем точное здесь выражение, но на данный момент, скажем, что он подчеркивает борьбу в материальном мире, да, овладение Иерушалаимом, восстановление служения в храме, да, и Елель, который подчеркивает больше духовную составляющую. Он говорит, что вот свет, который зажгли Хашманаи, духовный свет, он будет идти и нарастать. Да? И, конечно, есть мечта о восстановлении храма, но вот этот свет духовный, он идет и нарастает, и он приведет к победе. Больше борьба в материальном мире или борьба больше в духовном мире. Это расхождение между Шаммаем и Елелем. Да? Вот, теперь давайте я остановлюсь на секунду для того, чтобы спросить, есть ли у вас вопросы. Да? Это далеко не все, что мы с вами еще можем обсудить по поводу праздника Хануки. Но вот в данный момент давайте я остановлюсь и спрошу вас, что вам хочется сказать, спросить, добавить, возразить. Пожалуйста, все принимается в большой раз. Прости, можно спросить? Да, пожалуйста, да. Да, добрый вечер всем. А вот как вот интересно, мне с технической точки зрения интересно, а как этот праздник же был установлен как, ну, обязательный, как заповедь, да, своего рода. А как это можно было сделать, ну, как бы ввести что-то в закон, вот как в обязательном порядке, помимо, так сказать, ну, уже никак не пророческое откровение, уже это не закон Моисея, это уже как бы позднее установление, вот как это вообще, ну, чисто с такой вот, как сказать, правовой точки зрения, что ли, как это вот делается? Больших проблем здесь нету, потому что мы с вами знаем, что в Торе есть заповеди, которые называются деурайта. Урайта на арамейском – это Тора. Да, немножко перекликается с еврейским словом «ор» – «свет». Деурайта, говорят, это заповеди, которые выводятся непосредственно из Торы. Да? Вот, они передаются по традиции. То есть мы говорили об этом моменте, что есть вывод, да, но в конечном итоге, скажем, вывод, он только, скажем, как бы подтверждает, обосновывает традицию. Неважно, сейчас не будем вдаваться в подробности. Есть деурайта, есть заповеди, которые вытекают непосредственно из Торы, и есть заповеди, которые называются мидрабанан, заповеди, установленными мудрецами. Первые заповеди, установленные мудрецами, они относятся еще ко времени Шломо. Да, Тора устроена таким образом, что ее невозможно соблюдать, если ты только скажешь, да, вот я делаю только непосредственно то, что вытекает из Торы, а то, что установили мудрецы, я не делаю, да, вот, потому что это для меня это лишнее, это невозможно, ничего не получится. Во-первых, просто запутаешься, да. И мудрецы установили целый ряд оград, да, которые удаляют человека от преступления, как такой, например, грубый пример, что из Торы запрещено в субботу зажигать огонь. А мудрецы сказали, а ты не бери спички в руки. Да, вот мы запрещаем брать спички в руки. Естественно, что установление таких оград – это
большая проблема. Это должно делаться очень аккуратно. Да? Маарал, великий мудрец, он объясняет нам, раскрывает, он написал целую книгу, в которой он показывает, как возникают законы Мидарабанан, законы, установленные мудрецами. Он пишет о том, что фактически мудрецы раскрывают те намеки, которые есть в Торе. Да? Вот. И, да, скажем, мы знаем, что которые намеки есть, которые в Торе. Мы знаем, например, что, скажем, вот, когда стоял храм, требовалось ритуальное очищение, его можно было пройти только окунувшись в воды миквы. Опять же, я не говорю сейчас подробно, да, окунувшись в воды миквы, можно было целиком, полностью погрузившись в воды, связанные с почвой, или воды источника, можно было очиститься. Мудрецы установили, что после миквы, после погружения в воду, да, нужно еще омыть руки, да, для того, чтобы добиться полной чистоты. Да. Вот. И откуда это берется? Да? Мы видим, что в Торе, да, в одном месте говорится: «И руки свои не омыл», когда вроде бы должен был опуститься в микву. Да? Вот. И мудрецы увидели намек, как бы прямо в Торе, что после миквы необходимо еще омыть руки. Мы не говорим о законах сегодняшнего дня, говорим о законах времен храма, просто как бы такой пример. Да? И целый ряд примеров, когда в Торе можно увидеть намеки. Теперь тот вопрос, который вы спрашиваете, он совершенно верный, да, и он даже несколько немного другого порядка, да, потому что все законы мудрецов, они в основном носят такой ограничительный порядок: отдалить человека от преступления, да, вот, или как бы, ну, даже несколько расширить уже существующий закон, вот как омовение рук, допустим, да, вот. А две заповеди, это заповеди Пурима и заповеди Хануки, они установлены мудрецами как дополнительные праздники. Они, может быть, по своей силе не такие как бы сильные, как праздники, вытекающие из Торы. В эти праздники не запрещено совершение работ, которые запрещено в праздники, вытекающие из Торы. Да? Вот. Но тем не менее мудрецы установили эти праздники, да, и спрашивают, почему. Говорят, Пурим, да, у нас есть пророческая книга. Да? У нас есть пророческая книга. Вот, и она установлена по слову пророков, по слову Эстер и Мордехая, которые обладали пророческим даром. Да? А вот как же быть с Ханукой? Ханука, говорят наши мудрецы, да, это некоторое исключение, это сильнейшее чудо, которое было совершено перед глазами всего народа. Да? Вот. И это как бы на исходе времени пророчества, и мудрецы сочли возможным установить этот праздник. Да? Я понимаю, что тут можно спросить, что в Торе есть закон «не добавляй и не убавляй». Да? Это все правильно, но любой закон, он тоже как бы строится со своими параграфами. Если вообще ничего не добавлять, не ставить никаких ограничений, мы не сможем соблюдать Тору. Да? Если не соотноситься с пророчеством, с пророческим словом, да, то мы тоже не сможем как бы, да, привязать Тору к,
ко времени, сделать ее, привязать к нашему времени, к будущему времени. Вот. Поэтому здесь пророческое слово имеет важное значение. И есть мудрецы Торы, которые, по крайней мере, мудрецы прошлого, которые вот, устанавливали закон. Сегодня, в принципе, да, есть заповедь Торы. Пурим и Ханука – это какое-то некоторые исключения. Они действительно установлены как праздники, да, особые праздники. Вот. И опять же, Пурим как по пророческому слову, а Ханука, как наши мудрецы говорят в трактате Мгила, Ханука – это конец чудес. То есть такое сильнейшее чудо, которое можно сравнить с чудесами, которые происходили в эпоху Танаха, эпоху пророков, и мудрецы сочли необходимым установить такой праздник, да, когда еще был отголосок пророчества, вот они сочли установить такой праздник. Теперь совершенно другая, скажем, есть проблема в современном Израиле, связанная с Днем Независимости и с Днем Иерушалаима. Да? В принципе, они признаны как праздники, но это праздники, вытекающие из Торы, в том смысле, что есть обязанность благодарить Всевышнего за чудо спасения. И, безусловно, и война за независимость, и шестидневная война были чудом спасения для всего, были чудом спасения для всего народа. Да? Вот. И существует такой спор между таким еврейством, который смотрит на вещи по-старому, который отрицает вот это чудо спасения, произошедшее в дни независимости и в победу шестидневной войны, и не признает это ни праздничными днями, не говорит хвалебную связь Всевышнему, но в любом случае это несколько другое. Да, это заповедь истории благодарить Всевышнего. Да? И мы из Талмуда учим, как благодарить Всевышнего, говорить галель, праздничную песнь, устраивать трапезу праздничную. Вот в этом плане это День Независимости и День Иерусалима, День Победы в шестидневной войне. Да? И как вы правильно подчеркнули, да, Пурим и Ханука все-таки немножко несколько другое. Да, здесь есть свои четкие обычаи, которые рассматриваются как заповеди, новые заповеди, которых не было бы вроде, они не вытекают непосредственно из Торы. Да. Заповедь читать свиток Эстер в Пурим, да, в Хануку заповедь, да, пускай установленная мудрецами, но заповедь совершенно не похожая на то, что мы знаем из Торы, это зажигать свечи на протяжении 8 дней. Да? И вот как бы ответ такой, что эти праздники являются исключениями, один пророческий, другой на исходе пророчества, установленный мудрецами. Да? И, вот, и информация об этом в трактате Мгила, в трактате, рассказывающем о празднике Пурим. Есть немножко, получился немножко долгий ответ, да, но хочется как-то, чтобы мы с вами видели вещи, так сказать, объемные и полные, а не просто там можно, нельзя, там, скажем, да, вот. Хорошо, есть что-то еще? Рав Зильва, можно еще вопрос? Да, пожалуйста, конечно, да. По поводу Хасманиев, отношения, да, к этому периоду. Я, по-моему, в трактате Баба Батра на 12-м листе встречал такую вот фразу по этому поводу, что, я не помню дословно, но смысл там, что мудрецы как-то стали то ли лучше, то ли выше пророков. Вот именно вот, по оценке именно этого момента. Вот как очень, очень хорошо, что спрашиваете. Очень хорошо, что спрашиваете. Да, вот, кстати, правильный вопрос. Я вот хотела, ну, просто, может быть, не к теме, как бы, да, кто выше, мудрецы или пророки? Я тоже, как бы, ну, слышала такую фразу, что мудрецы выше пророков или как-то.
Вот, ну, именно как к ханукальному вот этому, да, вот. Правильный, совершенно правильный вопрос. У меня только вопрос, что ж вы до сих пор-то не спрашивали такие важные вопросы, скажите мне. Вот, да, это действительно так. И как бы в скобках о трактате Бавы Батры, там на третьем листе очень интересная история о том, как Йоханан, первосвященник, о котором мы говорили, о том, как он склонился в сторону Саддукеев. Вот мы сейчас не будем с вами разбирать, посмотрим, как будет дальше, попробуем посмотреть этот момент. Теперь 12 лиц Бавы Батры, высказывание такое, о котором вы говорите, да, «Хахам Адив Минави» – «Мудрец», он предпочтительнее пророка. Да? Да, тут нужно понимать такую вещь, когда, скажем, высказывания Талмуда, они, как правило, не носят такой абсолютный характер. Да, мы видим, поэтому в Талмуде мы видим очень часто, в подавляющем большинстве случаев, мы видим споры между мудрецами. Да. Спор – это не спор за то, чтобы доказать «я прав», один говорит, а другой говорит «я прав». Да. Это спор во имя того, чтобы подчеркнуть разные стороны одного и того же явления, закона, посмотреть с разных сторон. Да? И также и это высказывание, да, мудрец предпочтительнее пророка, да, и каждый, кто знаком с Талмудом, с его как бы духом, с его повествованием, формой повествования, он сразу должен был бы спросить себя, в каком смысле? Да? Совершенно не обязательно, да, что в любом смысле всегда мудрец важнее пророка. Да? Если мудрец важнее пророка всегда, так мы, наверное, можем обойтись без пророков, потому что мудрецы у нас есть, да, есть даже великие мудрецы, есть каббалисты, да, наверное, мы можем обойтись без пророка, да, но Талмуд не смотрит так на вещи, и я как раз в связи с Ханукой хотел подчеркнуть этот момент, недостаток пророчества, уход пророчества, да, вот, хотелось бы этот момент подчеркнуть, может быть, нам удастся в дальнейшем, да, вот, и мы так не говорим, что мы можем без пророка, мы говорим, что пророка нам не хватает, нам очень нужно возвращение пророчества, значит, мудрец предпочтительнее пророка только в каком-то смысле. Вот. В каком смысле, да, мудрец предпочтительнее пророка, можно посмотреть, скажем, на вещи так, да, что со сменой эпохи возникла такая ситуация, да, что пропало пророчество, да, и если бы даже оно сейчас было пророчество, то у мудреца была бы очень важная роль, может быть, даже предпочтительная роль. Почему? Потому что пророк, он ставит глобальные задачи. Его пророчество относится ко всему народу. Его пророчество относится к духовному уровню всего народа, к построению царства, к возведению храма, к будущему. Очень высокие требования моральные. И мы видим, что пророки практически, кроме, скажем, там одного места в Хагае, они не говорят о законе. Как делать на тела отъедаем, как вставать омовение рук, как вставать утром, какие благословения говорить. Они говорят об идее
призывают к высокой духовной, к высокой духовности, стараются пробудить народ. Это пророк. Что мы видим у мудрецов? Да? Они говорят так, да, как бы, да? Вот. Значит, высокая духовность – это хорошо, высокий духовный полет – это прекрасно и замечательно, да? Но мы видим, что мы с вами с этим не справились, да? Этого призыва «Ура! Вперед!» да? И призыва подняться на высокую духовную высоту, да? Мы с ним не справились, да? Мы с вами стоим перед временем изгнания, которое в наше время очень похоже, что оно уже закончилось, да, и начинается новое время, да, но как бы, вот, глядя в Талмуд, можно сказать так, вот, мы стоим перед вами, перед временем изгнания, да, когда очень важно утвердить принципы жизни, да. Мы разработаем четкие законы, которые позволяют народу жить в отсутствии храма и в отсутствии пророчества. Мы разработаем четкие правила, да, вот, без такого призыва, как бы, да, вот, без призыва к высокой духовности, без призыва создать сейчас царство, отстаивать царство, да, без обращения к царю, которого нету, да, мы с вами разработаем четкие законы, которые нам помогут выжить в изгнании. В этом плане мудрец предпочтительнее пророка. Да. Пророк тебе скажет, да, будет говорить о высоких призывах, о высокой духовности, о картинах видения Всевышнего, которые тебя должны возвысить, о чем будет говорить мудрец. Ну, если он захочет с тобой говорить о необходимости духовного возвышения, он с тобой будет говорить о том, как работать над качествами души. Да, вот как, значит, как каждый день поступать для того, чтобы утвердить принцип мира, милости, принцип справедливости, как правильно смотреть на вещи каждый день. И он с тобой не будет говорить о возвышенных картинах, которые происходят на небе. Да. И в период галута, в период изгнания, да, мудрец, он предпочтительнее, пусть предпочтительнее пророка в каком-то смысле, да, но опять же, да, не глобально, не то, что пророк не нужен, наоборот, пророчества не хватает, да. Придет пророк, вернется время пророчества, можно будет говорить, и, может быть, вообще нужно будет снять это, как бы, сравнение, кто важнее, мудрец или пророк. Иногда мудрец, иногда пророк, все будет зависеть от ситуации, да. Вот. Скажем, я хотел бы все-таки уточнить немножко этот вопрос. А, да. Я, насколько понимаю, вот это, собственно, Баба-Брат писал же до римского изгнания же, правильно? То есть это еще было как бы... Практически оно писалось после, там, скажем так, завоевания Александра Македонского же, да? То есть там еще не было речи о Луте. Нет, как мы с вами говорили, да, работа над Талмудом в таком, скажем, теоретическом устном плане, она начинается после восстания Бар-Кохбы, и уже конкретно в 220 году разрабатывается принципы Талмуда, принципы его записи, и начинается запись Талмуда. Поэтому говорить о том, что Баба Батра писалась до изгнания, в эпоху Хашманаев, практически невозможно. Да? Если там... То есть, когда эта фраза уже была записана, то есть уже было понятно, да, как бы, то есть здесь как бы не оценивалось, скажем так, конкретика именно вот периода Хашманаев именно в тот момент. Это уже был ретроспективно, да, назад, в прошлое. Да, это взгляд, да, это взгляд в прошлое. Взгляд в прошлое. И в любом случае это взгляд на вещи, когда нету пророчества. А? Вот когда нету пророчества, мудрец предпочтительнее, чем пророк.
Да? Так что он решает задачи, задачи времени он решает по-другому. Да? Вот если ты сегодня возьмешь пророчество и скажешь, я буду жить только учением пророчества, ничего не получится. Да? Если ты возьмешь сегодня мудрецов Торы и скажешь, я буду жить их учением, конечно, плохо, если ты оставишь пророков вообще в стороне, но как-то можно пробраться по жизни, да, опираясь на учение мудрецов. Окей. Хорошо. Понятно, спасибо. Окей. Что-то хочется еще? Что-то хочется еще спросить? Окей. Если нет вопросов, мы с вами сделаем несколько шагов вперед, с вашего разрешения. Хорошо? Значит, то, что хотелось мне с вами обсудить, скажем, это, может быть, ну, не знаю, как сказать, тайный смысл, трудно тут сказать, ну, скажем, смысловую подоплеку какую-то, да, вот праздника Хануки. Да. Я это слышал в свое время от своего учителя Рав Моше Айзенмана, вот, что был здоров и жил долго, который был, сейчас он уже не работает, был машгиахом в Ешиве Нер Исраэль, в Балтиморе, да, вот, и он нарисовал такую картину, которую я потом как бы во многих местах находил и подтверждение по крупицам. Мне кажется, она очень важная и принципиальная для осмысления Хануки. И, как бы, история Хануки в этом плане, ее нужно начать с истории создания, как сказать, или изготовления золотого тельца у горы Синай. Да? И мы видим там совершенно как бы необычное, нетривиальное поведение Аарона, брата Моше, который в той или иной степени он, скажем, соглашается, поддается на создание вот золотого тельца, именно от него требуют изготовить золотого тельца, потому что считают, что он человек духовный, возвышенный, такой же, как Моше, и вот он в это изделие сможет вложить особые, как бы, мистические силы. А Аарон не отказывается, потому что он надеется протянуть время. Да? И мы видим, что он не отвергнут от служения в переносном храме в Мишкане. Да? Напротив, он стал первосвященником, он назначен первосвященником. Значит, в его поступке был какой-то величайший подвиг. Какой величайший подвиг был в его поступке, связанный с Ханукой? Да? Аарон, да, хотел протянуть время, хотел, чтобы спустился Моше и, если так можно сказать, грубо говоря, навел порядок. Да? Дело в том, что после дарования Торы, да, раскрылся свет, который не требовал даже построения храма. Да? Каждый шатер, он был как храм. Да? Там был отблеск первозданного света. Когда же потом все же сделали золотого тельца, да, то этот свет исчез, и он уже не вернулся. Он вернулся в гораздо таком более сжатом виде, он вернулся в переносной храм, а в каждый шатер он не вернулся. Да. Но есть принцип, да, что когда человек и тем более народ
проявляют самоотверженность, готовность пожертвовать своей жизнью, то то, что, то ради чего они готовы пожертвовать своей жизнью, мы готовы пожертвовать своей жизнью, это не пропадает, не исчезает, хотя бы в какой-то степени остается в мире. Да? Аарон был готов пожертвовать собой не только своим этим миром, но и своим будущим миром, потому что он не знал, как Всевышний отнесется к его действию, ради того, чтобы остановить преступление Золотого Тельца, ради того, чтобы удержать первозданный свет такой силой, которая отражается в каждом жилище. Он пожертвовал ради этого своей жизнью, да, вот, и ему это удалось. Не в полное время, не в полной мере, не на все время, да, но когда пришел его потомок, да, Матитьяху Хашмонай, да, и как бы, если так можно сказать, либо дополнил действия Аарона, либо исправил его, да, то этот первозданный свет, он вошел на дни Хануки, он вошел в каждое и каждое жилище сыновей Израиля. Да. Вот, то есть что получилось? Да, Аарон пожертвовал собой ради того, чтобы остановить первозданный свет, который может проявиться в каждом жилище. Прошло много времени, его поступок был дополнен самоотверженностью Матитьяху. Если Аарон тянул время, и он как бы готов был, ну, в каком-то смысле, потакать тем, кто хотел сделать Золотого Тельца, опять же, ради того, чтобы протянуть время, то Матитьяху Хашмонай, как мы помним, да, когда кто-то из евреев хотел принести жертву по требованию сирийского отряда, хотел принести жертву идолу, Матитьяху убил его и крикнул: «Кто за Всевышнего ко мне?» Да? Одна и та же цель, да, – предотвратить идолопоклонство разными средствами. И вот да, такой мягкий поступок Аарона был дополнен жестким таким отрицанием идолопоклонства Матитьяху. И после этого произошло то, ради чего Аарон пожертвовал своей жизнью, свет, первозданный свет вернулся в каждый дом на 8 дней, да, и он проявляется с исполнением заповеди на зажигание свечей. Этот первозданный свет как бы проявляется в какой-то степени, так что это очень заповедь Хануки, это очень высокий момент. Да? Недаром говорят, что тот, кто смотрит на свечи Хануки, тому дают мудрых детей. Да? Не только он сам добавляет мудрость, это само собой, да, свет такой силы, что он распространяется и на следующее поколение. Да? И вот такой рисунок Хануки, мне бы очень хотелось, чтобы мы его с вами помнили, да, что кроме оповещения о чуде, о котором тоже надо было бы говорить отдельно, может быть, мы сейчас поговорим, да, вот оповестить о чуде, рассказать о чуде, поведать всему миру о чуде, да, кроме этого есть вот такая, скажем, да, ну, условно говоря, мистическая сторона Хануки, что это особый свет, которого нету в другие дни, в другие праздники, даже в те праздники, которые установлены из Торы, да, это возвращение первозданного света на таком уровне, когда он может осветить или, по крайней мере, затронуть каждое жилище. Да. Вот. Это еще один момент. Да? Вот. И еще
Еще, наверное, возвращаясь немножко к прошлому, необходимо сказать, что освящение второго храма, построенного второго храма, началось 25-го Кислева, да, и Иуда Хашманай, я просто дополняю то, что забыл сказать, Иуда Хашманай, он хотел приурочить освящение очищенного храма, возобновление служения храма к этому времени, к 25-го Кислева, когда началось освящение второго восстановленного храма. Да, для него это было важно. Да? Вот, скажем, да, вот как бы здесь многие моменты пересекаются. Да? Вот, теперь, да, если мы с вами готовы сдвинуться немного дальше, да, то есть еще о чем поговорить. Сейчас я попробую представить себе, как нам это сделать. Да? Вот. Давайте мы с вами представим себе, да, поговорим об одной агаде, очень важной, которая приводится в трактате Йома, да, на 69-м листе. Да. И здесь рассказывается известная история, вот, которую мы с вами попробуем увидеть в таком несколько новом для себя плане. Да. Мы представляем себе, что в 330 году, где-то, может, там спорить, год плюс два или минус, можно сказать, но где-то в районе 330 года Александр Македонский, он приходит в Иудею, и ему не оказывают сопротивления. Он заходит в Иерушалаим, он беседует с Шимоном, праведником, который в то время занимает должность первосвященника. На него производит большое впечатление мудрость иудейских мудрецов, мудрецов сыновей Израиля, и как воспитанник Аристотеля, он очень ценит мудрость, он не причиняет вреда Иерушалаиму. Да? Вот, однако его отговаривают, чтобы он вошел в святая святых, куда он хочет войти, и обещают ему, что если он откажется от этого решения, то все священники, служители храма в несколько лет подряд будут называть всех родившихся мальчиков Александром, и таким образом увековечат его имя гораздо больше, чем если он войдет в святая святых. Удалось его отговорить, но затем Александр Македонский отправился на завоевание Цора, завоевал его, да, а сыновья Израиля отказались принять участие в этом походе, оказать ему помощь, так как они были по-прежнему считали себя союзниками персов, находящимися под их властью. Вот. А самаритяне, которые жили в центральной части страны, в Шамроне, они приняли участие в этом походе и как награду потребовали от Александра Македонского, чтобы он разрушил Иерусалимский храм. Мы помним, что на горе Герезим самаритяне построили храм, который считали главным, и враждовали с Иерусалимом, со священниками Иерусалима. И вот они улучили такой случай и потребовали от Александра Македонского разрушить Иерусалимский храм. И он был уже собирался это сделать. Да? Но Шимон ха-Цадик, узнав о его намерениях, вышел ему навстречу в
одеждах первосвященника, шел очень долго на север, встретил Александра Македонского, и как рассказывает трактат Йома, когда Александр Македонский увидел Шимона, праведника, увидел перед собой, то он соскочил с колесницы и поклонился ему. Когда же его спросили, почему он так поступил, он сказал, что вид этого иуди, еврея, можно сказать, напоминает вид ангела, такой же, как вид ангела, который идет передо мной в битве и доставляет мне победу. Да? Вот. И казалось бы, что это рассказ, который, может быть, исторический, а может быть, не очень исторический. В любом случае, он – это рассказ о происходящих в мире изменениях и о том, как сыновьям Израиля устоять в новое время. Новое время характеризуется в основном тем, что не вернулось пророчество. Да? Пророчество не вернулось, потому что большинство сыновей Израиля осталось в Бабеле, да? И когда оно не вернулось, святое место пусто, пророчество не вернулось, сыновья Израиля не вернулись, пророчество не вернулось, святое место пусто не бывает, да? Эллинизм вошел как бы как философия, образ жизни вошел как давлеющая мировая сила, можно сказать, религия, потому что философию тоже можно назвать религией, да, вошел в мир, да, именно в пустое место, образовавшееся из-за того, что не вернулось пророчество на протяжении 41 лет после восстановления храма. Мы помним, что были пророки, потом пророчество пропало. Да? Вот. И Шимон Праведник в то время, когда Александр Македонский ступил на почву Иуды, умерли последние пророки, которыми считаются Эзра и Нехемия, люди пророческого дара, они умерли, и больше не осталось пророков Шимона Цадик, Шимон Праведник, он не обладает уже пророческим даром. Да, можно вспомнить, что Шимон Праведник говорит в Перкей Авот, в поучении отцов. Он говорит, на трех вещах стоит мир, как вы хорошо помните, да, что на Аля Тура, Аля Вода, Аля Гминут Хасадим, на Торе, на служении и на проявлении милости, на этом стоит мир. Да? Здесь это такой случай, когда важно не то, что сказано, а важно то, что не сказано. Да? Шимон Ацадик хотел сказать, что мир может устоять и без пророчества, с трудом, но может устоять на без пророчества. У него есть опора, Тора, служение, как исполнение заповеди, может быть, да, и проявление милости, три опоры, да. А вот пророчество исчезло, и казалось, что без пророчества, без прямой связи со Всевышним мир не может устоять, да. И вот эта Агада рассказывает нам, да, что есть нечто, может быть, тайное, да, в праведнике, в мудреце Торы и праведнике, да, что превосходит, да, какой-то, может быть, отблеск пророчества, какой-то, может быть, тонкая ниточка прямой связи со Всевышним, которая превосходит всю эллинистическую культуру. Да. Действительно произошла ли эта история, или она история выдуманная, совершенно не важно. Важно то, что нам хотели сказать. Да? Есть некоторая сила в Торе и в самом характере, если так можно сказать, мудреца, которая выше, да, выше носителей эллинистической культуры, которая побеждает, и они чувствуют эту силу, да, эту силу. Да? Вот. И, скажем, да, это также
Это также связано, скажем, да, с, мы понимаем, с восстанием Хашманаев и Ханукой, да, мы представляем себе, что мир как бы с трудом стоит, после того, как исчезло пророчество, мир с трудом стоит, да, на смену приходит эллинистическая культура. На силе пророчества приходит эллинистическая культура, она старается стать главным, и столкновение между иудаизмом и эллинизмом, когда, скажем, да, иудаизм с трудом, с большим таким с трудом и напряжением побеждает и привносит в мир, приносит в мир свет, какой-то тайный свет, который есть самим мудрецом Торы, самим праведником, он продолжает его нести. Этот свет, это происходит с большим и большим напряжением. Вот. В этом, скажем, вот, опять же, я хочу на секунду остановиться. Вот, и спросить вас, да, если что-то хочется спросить и добавить, то хорошо, если нет, то мы постараемся сделать с вами еще несколько ходов и шагов. Окей. Можно хорошо. Маленький вопрос? Можно большой, можно... Тора, служение, милость. Ну, почему Тора на первом месте, понятно. Почему милость на третьем? Почему милость на третьем? Ну, как бы служение без милости, ну, я, например, не... Ну, я понимаю, что это, не, наверное, не очень важно, но... Я думаю, что это не случайно именно так. Это важно, но так как я, например, себе представлял, я никогда не задавался вопросом, что там на первом месте, а каждый может поставить на первое место свое. Главное, что у нас есть как бы, да, у нас есть табуретка на трех ножках вместо четырех, да. И если у тебя была такая ситуация, когда ты можешь подпилить одну из четырех ножек, это еще будет как-то стоять, шататься, но стоять, да. Но когда у тебя три ножки, и ты одну подпилишь, то у тебя уже не будет стоять, да. Вот, кто-то может подчеркивать Тору, да? Рабан Йоханан бен Закай, да, он говорил, что если ты учил много Торы, выучил много Торы, много там, скажем, условно, да, говоря, да, то не гордись, потому что ты для этого был создан. То есть для него цель жизни – это изучение Торы. Он подчеркивает этот момент. Да? Но в любом случае, да, он также подчеркивает милость. Потом, после разрушения храма, он говорит, что милость, она может быть... заменой жертвоприношений. Да? То есть он ищет все равно, подчеркивает один из моментов, но ищет все оставшиеся две ножки, тоже он ищет. Да? Милость, она может заменить как-то служение в храме. Да? То есть нужно... Вот, и каждый, он выберет, поставит акцент на что-то. Да? Вот, и один на Тору, другой на милость, третий на исполнение заповедей. Вот. Но все три ножки необходимы, ты уже не можешь убрать ни одну из них. Да? Окей. Что-то хочется еще сказать, да? Если... Вот, можно сказать насчет, вот Андрей же спросил, когда мы только начинали, о том, что какая связь у праздника с, как бы, с народами мира, вот с пророчеством, которое читается в праздник, где говорится о народах мира. И вы говорили, что вот, наверное, в связи с тем, что был очищен храм в праздник, а храм, он имел значение не только для евреев, но и для других народов, поскольку там приносились жертвы за все народы. Но вот в наше время-то ведь уже храма-то, к сожалению, нет. То есть вот в чем смысл? Наверное, может быть, в том, что этот праздник имеет значение для всех народов, в том, что была сохранена еврейская традиция вообще, ну, как бы она не погибла, не исчезла. Вот как-то так может быть, что все мы имеем, мы сейчас имеем возможность к ней приобщиться благодаря тому, что в свое время вот была такая вот, совершено такое чудо, и вот люди отстояли все-таки
там, религию, традицию и все такое. Ну, как-то так. Правильно, правильно. Все вы говорите правильно, но необходимо добавить один момент. Да? Все наши праздники – это не только память о прошлом, но это и призыв, да, можно сказать, бороться за будущее, можно сказать, постараться приблизить будущее. Да? Вот, скажем, да, праздник Песах. Да? У нас есть пасхальная года, которая написана уже после разрушения храма в период римского владычества. Да? И можно было бы сказать, да, давайте вспоминать о выходе из Египта. Да? Вот праздник Песах, выход из Египта. Мы видим, в пасхальной агаде мудрецы заложили совсем другой смысл. Да? Они заложили смысл в том, что Песах, праздник свободы, это призыв борьбы за свободу. Да? Призыв борьбы за свободу. Мы собираемся за столом для того, чтобы вспомнить выход из Египта, для того, чтобы зарядиться таким зарядом, светом праздника, да? И не только. Собираемся для того, чтобы подумать о будущем, да? А иногда о реальных шагах для того, чтобы приблизить это будущее. Мы видим, что пасхальная года нам рассказывает о том, что мудрецы в Песах обсуждали, как начать, скажем, восстание Бар-Кохбы. Да? И мы совершенно не обязаны начинать восстание, там, скажем, да, предпринимать какие-то конкретные действия, но мы должны понимать, что мы, скажем, принадлежим той струе, которая борется за будущее, той струе, как бы, тому потоку, тем людям, той группе людей, которые борются за будущее и видят это будущее и стремится воплотить его в жизнь. То же самое можно сказать и о храме. Да? Я, может быть, вам как-то рассказывал, что о храме и о Хануке. Да? Я, может быть, как-то вам рассказывал, что в 95-м году, в то время, когда подъем на храмовую гору для евреев был полностью запрещен, вот группа людей, которую возглавлял Иуда Ицион, человек довольно интересный, известный в Израиле, самовольно, так сказать, вопреки запрету, решил подняться на храмовую гору и молиться там как раз в дни Хануки, на второй день Хануки. Да? Вот. И для того, чтобы пробудить общественное мнение, чтобы добиться, по крайней мере, разрешения подниматься на храмовую гору для евреев, это было связано с прессой, пригласили прессу, корреспондентов, вот, которые не принимали участие в этом самом запрещенном восхождении, в борьбе с вынужденной борьбе с арабами. Вот. Но они потом брали интервью. И когда у Иуда и Цион спросили, а вот хорошо ли вести себя так в праздник, вот устраивать такой вот балаган в праздник, да, настоящую схватку с арабами, когда там у нас летели стулья и так далее. Вот. Хорошо ли это? Да, и в святом месте. Да. На что Иуда и Цион сказал, да, что сегодня такое представление, что Ханука – это еда суфганиот, еда пончиков, да, что это основная заповедь, есть пончики в Хануке. Ханука, да, как он сказал, что по нашей традиции, да, это память об очищении храма и призыв к тому, чтобы бороться за возобновление служения в храме. Да? И поэтому как бы нету большей
нету и большей заповеди исполнить заповедь праздника Ханука, как постараться приблизить хотя бы на миллиметр вот это служение в храме. Да? Вот. Здесь можно как бы спорить, по-разному смотреть на вещи, но я с ним в этом плане очень солидарен. Да? Каждый праздник, да, это призыв. Да? Песах – это призыв добиваться свободы. Песах – это призыв совершить исход из Египта или из Галута, да, и прежде всего войти в землю Израиля. Да, поэтому мы можем представить себе такой рисунок как бы, да, нашей традиции Мидрашим. Мидраш говорит о том, что на протяжении 39 лет в пустыне, после греха разведчиков, после того, как отказались войти в землю Израиля, да, не было праздника Песах. Как пророческое повеление Моше сказал, все, у нас нет праздника Песах. То есть, если вы не входите в землю Израиля, бесполезно праздновать Песах. Бесполезно вспоминать об исходе из Египта, если вы не входите в землю Израиля, потому что исход из Египта – это процесс борьбы за свободу, который не мыслим без того, чтобы не войти в землю Израиля. Вы отказались войти в землю Израиля, все, вы перечеркнули прошлое. Прошлое имеет значение только в том смысле, если есть борьба за будущее. Да? И поэтому, да, поэтому, скажем, да, я бы, мне кажется, правильным видеть и в Хануку, да, борьбу за восстановление храма. Да. Если мы действительно верим в то, что в мире может быть какое-то принципиальное исправление или хотя бы принципиальное улучшение, да, если мы действительно привязаны к традиции иудаизма, то мы не можем не верить в то, что это исправление связано с храмом, что его восстановление необходимо для всего мира, для всего человечества. Может быть, для всего человечества еще в большей степени, чем для еврейского народа. Может быть, храм, он в будущем будет иметь еще большее значение для всего человечества, чем для тех, кто живет постоянно рядом с Иерушалаима. Можно представить себе и так, на это есть некоторые основания. Да? Ничто в мире не делается само собой. Да? Вот. Есть очень такая успокаивающая фраза, да, что все будет хорошо, все будет к лучшему. Это правильно. Все, обязательно все будет хорошо. Обязательно все будет к лучшему, если хотя бы часть людей, по крайней мере, будет прикладывать большие усилия для того, чтобы это лучшее наступило. Да? Это лучшее само по себе не наступит так просто. Да? Раби Акива, которому принадлежит вот эта фраза из трактата Брахот, да, «Леолам яргиль адам эт ацмо леагид аколь де авид рахмана лита витава, авид литава». Пусть человек всегда приучит себя говорить, что все, что сделал Всевышний, он сделал к лучшему. Надо же помнить, кто это сказал. Это сказал Раби Акива. Все, что сделал Всевышний, он сделал к лучшему. Но это не значит, что можно сидеть сложа руки, да, и дожидаться, что все само собой исправится. За это надо бороться. Надо бороться самоотверженно. Да. И понятно, что во время изгнания, во время Галута была одна ситуация, да, и можно было только мечтать, можно было вспоминать о Хашманаях, как о
скажем, о героях борьбы за свободу, за духовную свободу, за редкое в мире, практически единственное восстание, цель которого была исключительно духовной, возвращение света, возвращение служения в храме, можно было вспоминать о них. Но когда у нас есть, открылась перед нами возможность бороться хоть каким-то способом, да, за восстановление храма, да, утверждать эту идею, да, как вот, например, Рафаэль, который создал институт храма, возрождать какие-то законы, связанные с храмом, да, мечтать об этом, бороться, приводить людей на храмовую гору, да, чтобы это было массовым, потому что это безумно важно, чтобы весь мир видел, что эта мечта не умерла, что мы не отказались, да, от этой мечты, мы не отдали этого владения арабам навечно. Да, вот, это безумно важно. Все это необходимо. Все этим зарядом необходимо проникнуться в Хануку. Да, так же, как Песах. Праздник Песах не имеет смысла, если нету завоевания земли Израиля, нету возвращения в землю Израиля, да, и праздник Песах носит сегодня какой-то, в нем есть элемент какой-то насмешки, когда люди, которые могут и обязаны просто купить билет на самолет и приехать в Израиль уже на постоянное место жительства, да, вот, и почему-то никто не спорит из этих людей, что есть заповедь быть похороненным в Израиле, чтобы все жили до 120 лет, да, но то, что жить в Израиле, почему-то сегодня подвергаются сомнению, и праздник Песах, он в каком-то смысле превращается в насмешку, да, когда его празднуют за границы, утверждают, что нету обязанности жить в Израиле. Да? И переворачивая законы Торы невероятным образом, утверждают, что нет такого закона. Это насмешка просто. То же самое и с Ханукой. Да? Если мы зажигаем ханукальные свечи, да? Если мы вспоминаем о хашманаях, да? И у нас даже не рождается такой мысли, что храм должен быть восстановлен сегодня, да, то праздник Ханука, по крайней мере, на две трети потерял свой смысл. Да. Вот, пончики заняли в нем главное место. Детям ты ничего не рассказал, ты даже с ними не пролистал книжку с планами, чертежами и чертежами храма, не поговорил об этом с ними, да, праздник Ханука пропал, на две трети пропал. Да. Там опять же, да, потому что каждый праздник – это не только память о прошлом, это призыв бороться за будущее. Да. Не обязательно разбивать свою голову о стену, да. Не обязательно куда-то, как вы говорят, лезть на баррикады. Каждый по мере своих сил и возможностей, каждый, как он решает построить свою жизнь, да, но не сделать ничего для будущего, да, это не имеет никакого, праздники наши утрачивают смысл. Да. Они превращаются в мистическое действие просто, да, но действие, которое не имеет никакого реального значения. Да? То есть от того, что ты съешь кусок мацы в Песах, ты от этого не станешь свободным. Если ты захочешь, этот кусок мацы, да, даст тебе свободу, даст силы свободу, усилит твое внутреннее духовное чувство свободы. Это если ты захочешь. А если ты это не захочешь, ты будешь думать, что весь смысл в том, что есть кусок мацы, и не будешь думать о свободе, пропало дело. Так же и зажигание ханукальных свечей. Да? Если ты не будешь помнить о том, что храм должен быть восстановлен, если ты не будешь помнить о том, что свет храма, первозданный свет, входит в эти дни в твой дом для того, чтобы не только дать тебе преимущество, но для того, чтобы ты почувствовал недостаток,
недостаток храма, недостаток пророчества в наше время, недостаток единства света, объединяющего весь мир, если ты это не почувствуешь, ну, трудно сказать, зачем ты, ну, так грубо говоря, конечно, хорошо, для будущего, для будущих поколений, когда-то там что-то ты сохраняешь память о Хануке, очень хорошо. Вот. Но это только небольшая доля того, что хотели от нас наши мудрецы, когда они устанавливали этот праздник. Вот. Окей. Вот, и мне кажется, что это нам с вами нужно очень хорошо понять, потому что многие, они думают, что приобщиться, скажем, там, приобщиться к еврейской традиции так или иначе, это исполнять какие-то действия, да, в своем доме, вот, исполнять какие-то действия, которые дадут тебе какое-то духовное удовлетворение, ты как бы определишь свою позицию, кто ты, да, вот, как человек мира и какое отношение твое к еврейскому народу, это очень хорошо и замечательно и правильно, да, но если здесь отсутствует элемент нашей совместной борьбы за будущее, да, то, на мой взгляд, мы очень-очень много теряем, если даже не теряем самое главное. Да? Окей. Так. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Если нет, то, как говорят, на этой оптимистической ноте мы можем с вами закончить. Я благодарен всем тем, кто до сих пор задал вопросы. Да? Вот, если нет конкретных вопросов, то, пожалуйста, мы можем через наше общение на сайте, там можно не только отвечать на вопросы, там можно задавать вопросы, пожалуйста. В крайнем случае, если есть вопросы в личном плане, можно через личную почту. Вот. Но если никто ничего не надумал, то мы тогда с вами остановимся. Да? Вот. И всем большое спасибо за внимание. Вот, я помню, что слушать всегда труднее, чем говорить. Вот, так что хорошо. До следующей встречи. Очень надеюсь, что мы с вами увидимся на следующей неделе. Всего-всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Всего большое.